Здравствуйте. Всем здравствуйте. Чё, пошёл туда разбираться? В общем, сегодня много-много снимала роликов. Много видео получилось у меня. Потому что мы гусей сегодня на улицу выгоняли. Сегодня очень тёплая погода у нас. И у меня никакой последовательности в роликах не получилось. Мы их и туда выгоняли, и загоняли, и они дрались между собой, и мы понять не могли, что им надо. Ой, поэтому я вот буду подряд все показывать. Ну, что получилось, то и получилось. Посмотрите нашу деревенскую жизнь, какая она у нас бывает иногда бурная. Сейчас надо выдохнуть. Проверить этого. Машера. Если что, этих сразу, да? Машеру отдать Фиму сюда. Сейчас. У нас зима-то в этом году никак не может справиться с теплом. Посмотрите, что опять. 0 градусов. 0 градусов. А сегодня у нас 5 февраля. Какое у нас сегодня число? 5 или 6? 5 февраля. 0 градусов. Разве это зима? Вон они, мои красавцы, стоят. Сейчас то ли сено туда затолкает им. Давай. Давай. И там я рассыпал. Давай этого поймаем. Где мы его будем проверять? Ну лови. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, мой хороший. Тихо, тихо, тихо. Сейчас, сейчас. Ой, да ты мой хороший. Крыло завернул, наверное, ему больно. Вот, под... Ой, крыло под мышкой завернул. Вот так. Маленький. Сейчас я тебе посмотрю. Сейчас. Ну тащи его сюда. На лавочку ко мне. Ой, какой красавец. Сейчас мы его будем смотреть. Кто он у нас? Шерочка или Ширак? Сейчас я возьму его, подожди, в руки. А? Это Машер, скорее. Маленькая моя. Все-таки похоже, что это девочка. А? Гусак, ты думаешь, все-таки? Ну какой гусак, если я ничего не нашла у него? Нашел гусака. Ой, господи, не знаю, короче. О, 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 о. Кого? Сейчас посмотрим. Фимочку все любят, а всех остальных не надо. Ну вот. Вот Фомочка их обоих оберегает, вот видишь? А? Фома, да, и серую шейку гладит, и Фимочку. И вперед выступил. Потому что пацан. А там я не вижу, те за снегом стоят.
Пошли, пошли туда. Да все у них правильно. Вот он, гусак белый. Вот, 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 вот. Шею вытянул, не пускает. Все у них правильно, мы сразу определили, кто мальчик, кто девочка. Вот Толя меня путает только. Вот они, мои красавцы, гуляют. Так что на Яшку зря мы тут это телегу-то катим. Яшка настоящая Яшка. Конечно, сейчас вон как заступался. Вон, видели, куда загнал этих гусей? Фиму с Фомочкой. Серая шейка вон аж куда залетела. А, моя хорошая. Да. Широчка, чуть тебя пацаном не сделали. Ой, господи. Яша, ты же у нас в полной красе. Там у тебя открыто, я не буду заходить, а то испугаю их только. Да, да. Он зажирел только. Здоровый стал. Ой, господи. Вот они, мои красавцы. Ну чё, серая шейка, испугалась? Дышишь? А? Ну, слава богу, всё. Толя сено в угол поставил, положил. Ты туда носишь его, да? Туда, ага. Чё, выпустить Гошку с Матильдой вот сюда? Нет, в ихний тамбурочек, нет? Не хочешь? Почему там жарко? А чё, в стайке не так жарко, холоднее, что ли? А вот сюда эту Фимочку, она же здесь жила. И пусть живет, продолжает здесь. Фимочка туда вместе вся осталась. В общем, сейчас мы снова перестановку делаем в стайке. Ой, у нас жизнь веселая в стайке проходит вообще. Сейчас Яшку с Матильдой, ой, Яшку, Гошку с Матильдой отправим на свое постоянное место жительства. Они же у нас всегда жили вот здесь, в закуточке в этом. Вот в этом закуточке. Сейчас мы их сюда переселяем. Вон они идут, красавцы мои. Пляшет? Воду увидел. Ну, конечно, а чё же не плясать? Целую зиму воды не видел. Эх, как хорошо. Ну-ка. Ой, какая красота. Гошка, ой, добрался. Ну, пусть нос помоет, конечно. Ой, какая красота-то. Ну, Гошка, повезло тебе. Вот это ты нашел место. А, как хорошо ему. Какая прелесть. Ничего, сразу догнать его. Давай, гони. Так он до вечера будет сейчас тебе тут плюхаться. Потихоньку, не торопи, не торопи их. Давай, давай. На место, на место, на место. Ну, где ваше место? Вы забыли, что ли? Давай, давай, давай. Не видно ничего мне. Ну, вот, свет зажгли. Давай, зажимай их в уголок. Ну. Где ваш уголок-то? Вы забыли, что ли? Или не хотите туда идти? Ну ты выходи тогда и потихоньку их туда, чтобы они знали, где это. Ну вот, 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 конечно, вот ваш угол. Вот ваше гнездо. Настоящее-то.
Вот. Да, пусто там, пусто. Ну ладно. Сейчас все летали, наверное, там, что ли. Так, а здесь будут у нас жить. Здесь у нас будет Фимочка жить. Как и жила здесь. А Яшка? Конечно, Яшка гоняет всех. Яшка будет в шалаше жить. Как и жил. Где он родился, где он уже 2 года живет. Вон они, орлы, идут. Да ты моя хорошая. А, Фома, тебя прогнали. Фомочка. У, какой, оказывается, Яшка бандюган. Так, вот он, красавец наш, короче говоря. Фимочка и Фомочка будут жить в своем закуточке, большом. На свое гнездо, Фима, пойдешь, поняла? Это же мы на время мороза их так всех переселили. Кто там орет? Кто там? Там Гошка, наверное, кричит. Гоша, а что такое случилось? На кого ты рассердился? Вон, Фимочка снова пошла к Яшке. Фимочка пошла к Яшке, а он их упорно гоняет. Вот у нас Гоша пошел гулять с Матюшкой. Да, конечно, сейчас я этих прогоню к воротам туда. Давайте. Важно идут. Сегодня тепло совсем на улице, тепло. Ой, вот так мы целыми днями с вами возимся. Ну идите, ну куда, куда? Ой, господи, боже мой. Ну сидите здесь. Давай этого сынка сюда. Разговаривают. Да. Сынок. С принцессой. Здравствуй. Давай. Фима сразу. Ну вот надо здесь перегородить чем-то. Что-нибудь поставь. Досточку или что-то. Вон, она сейчас учует этого сынка и снова придет сюда, да? Что забегал? Что такое? Что случилось? Что случилось? Гошка ни с кем связываться не хочет. Гошка сынка боится, сынок Гошку. Вот жизнь-то, а. Надо ворота закрыть мне, а то они сейчас мне тут придут и наделают дел. Голубей что-то нет. Где-то летают. Ну вот и все. Не останешь его. Ну все, пошли, мы будем тут мешаться только. Федька напал на этого, на кого? На Машерочку. На Шерочку. Короче, тут, знаете что, тут непонятно, кто что.
Вон они, видели? На снегу уже. Как будем доставать? Не знаю. Надо уходить и не мешаться им. Слезут сами. Тепло на улице, ничего не будет. Пускай гуляют, короче говоря. Это все один страх какой-то у нас. Ну, просто тепло на улице очень. Поэтому жалко, что они сидят там в стайке. Ой, Господи. Ну, а здесь успокоились? Да, сынок туда прошел, слышишь? Сынок туда прошел, Гошку прогнал. Да, теперь Гошка сюда вышел. Гошка что-то не может со слепу-то, с темноты-то, с этой стайки понять, кто где. Гоша, не бойся ты никого. Они же вражины молодые. Издеваются над тобой, над ботянькой. Вон красавцы какие, крепкие. Слушайте, ну я гусака-то взяла в руки, гусыню ли. Хорошенькая такая, тьфу-тьфу, не сглазить бы, тяжеленькая. Не знаю, какие у нее яйца, будут оплодотворенные или нет. Срочно не надо кормить уже, все. Толя с щедрости своей души-то сыпет им, не жалеет. Надо один раз кормить, утром все. Или наоборот, на ночь кормить, а утром нет. А то закормили. Вон, брюшки-то какие висят до самого пола. Что у нее там будет? Матильда. Яйца будут, а зародыша не будет. Надо, хватит их кормить. Обкармливает. Ну, там везде полная. Ну, так вот именно полная. А ты все сыпишь и сыпишь.